Две пары. Тузы на дамах. Мне повезло, три шестерки. Сожалею. Наконец и вы выбрались из полосы неудач. Партия не считается. Не понял? Эта партия не должна считаться. И ты можешь логично объяснить, почему? Я отвлекся от игры. Отвлекся? Он говорит. Как тебя зовут? Джон. Джон? И фамилия есть? Джон Хардинг. А чем ты занимаешься? Я стрелок. Ну, если ты еще жив и играешь с нами, то стрелок, ты хороший, да? Доказать? Джентльмены, эта партия не считается. Забирать столько, сколько, по-твоему, справедливо. А меня и то, что останется, вполне устроит. Кишка тонка? Да, видимо так, да? Ну, понимаете, это у меня наследственное. Мой старик говаривал, лучше вовремя удрать, чем носом в драке рисковать. В чем дело? Слушайте, я не понимаю. Стойте, что такое? Что, где-то пожар? Спокойно, не нужно в меня стрелять. Я всего лишь говорил, что не понимаю, какой смысл в том, чтобы слыть храбрецом. Я игрок. Я картежник и хочу состариться картежником. Каждому свое. Я игрок, а ты стрелок. Ты дерешься на пистолетах и, насколько я понял, весьма успешно. Если я пойду против тебя, сколько у меня шансов выиграть? Ответ – ноль. У меня нет шансов. Еще. Оп, он не желает оставаться в кобуре. Оп, наверное, там пружина. Ох, давайте лучше играть в карты, а? Кто согласен?